Сегодня мы чтим память жертв террора. Около 11 месяцев назад беркуты и тетушки избили участников мирной ходьбы к Верховной Раде. Организаторы этого преступления прячутся от правосудия на территории их заказчика, Российской Федерации. Подельники организаторов дальше находятся при власти. Только этим можно объяснить, что Мариинский погром даже не вспоминают при расследовании преступления.